Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроза. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Мистер Мид. Сегодня мы будем соединять две конечных сцены, а именно арест Мистера Мида, а также секретная концовка Мистера Мида. Что ж, погнали, мы сегодня это все будем проделывать на призраке. У меня уже был подобный ролик, где я соединял две концовки, а сегодняшнее я себе как бы усложню эксперимент. И мы с вами еще плюс на секретную концовочку пройдем. Это очень интересно, так как мы почти что будем взаимодействовать со всеми предметами, ребят. Поддержите лайкусиком. Возможно, вы этот уже ролик где-то видели на YouTube. Именно эксперимент. А я его тоже хочу повторить, как всегда. Эксперименты мистера Мита. Бац. О, вот тут он спавнится, это просто жесть. Это просто жестяра, и я считаю, что это тупой респавн. Так как я проходил на изи, у меня такой же респавн был, и это было очень тупо. Так, ну что ж, гвоздодерчиком. Шпуньк, 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 шпуньк. И лезем наверх. Я на паузу, пожалуй, нажимать не буду. Мы сегодня этот эксперимент прям смотрим целиком и полностью. Я надеюсь, он у нас удастся. И на это очень надеюсь, так как эксперимент тяжелый, интересный и познавательный. Так, бросаем клещ. Ой, далеко улетели. Вообще найс. Что у нас было в сарайке? Ну, а в сарайке ничего интересного. Так, окей, 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 окей. Нам нужен ключ от этого. Само, смотрите, нету. Неужели нам сегодня не повезет? Но я надеюсь, повезет, потому что я в эту магию и ключей, и чисел, я в это не верю. Поэтому будем надеяться, что все у нас пройдет хорошо. И я не натуплю, и переснимать такой длинный эксперимент я не буду. Так, окей. Но если, конечно, он не удастся, хоть-хоть-хоть, через левое плечо, то, к сожалению, придется переделывать. Так как предыдущий эксперимент я уже переделывал. А вот, поэтому вот такие вот делишки. А давайте сразу же сейчас будем уже записочки искать. Так. Чтобы активировать секретную концовку. Так, первое. Значит, у нас находится... Блин, зачем я ушел из фермы? Ну ничего, под коробкой из-под пиццы. Первая, вторая у нас где была, я уже не помню. Но где-то тоже поблизости. Окей. Давайте сейчас собьемте камеру. Давайте и заодно за записочкой сбегаем. Ломаем, бросаем. И за записочкой идем. Вот этот вот новый, как его? Вот этот вот... Ой. Я ж не прочитал, ё-моё. Так, прочитано 2 из 4. Вот этот вот новый сарайку, что нужно эту открывать, этот уличный туалет, это, конечно, большущий минус. Мне кажется, потому что, ну, просто, как так? Настолько все сложно. Теперь так, третья вот здесь. Четвертая у нас, значит, будет немножечко в другом местечке. Так, нам нужны кусочки. Не фрагмент музыкальной шкатулки, а кусачки. Пока что их не вижу. Где они могут быть? Пока что не знаю, давайте будем искать, будем по ходу искать. Ну окей, давайте сейчас будем шуметь этой штукой. Так, три уже прочитано. Ню-ню-ню-ню-ню, жестяной баночкой шумим. Так. Ага. Давай, мистер Мид, открывай нам дверь. Прям в воздухе открыл, есть. Так, посунься, жиробасик. А, тут ключа нету, как я вижу. Тут ключ и доска. Смотрите, какой респавн. Редкий, редкий. Это значит, что, возможно, нам сегодня повезет. Ведро где-то там тоже было. Угу. Так, а кусачки я не вижу. Возможно, они здесь. Или здесь. Есть, есть, нашли. Хорошо, сейчас мы погнали за веревочкой. За веревочкой. Будем это все дело проделывать. Ох, напугал меня мистер Мид. Прям здесь заспанился, хотя играю на призраке очень неожиданно. Так,
ставим веревочку, бац, досочку берем, активируем, делаем шкив. Есть. Да-да-да, мистер Мид, молодец. Идет на шум, на все он к нам приходит. Активируем, значит, это дело. Так, хорошо, хорошо. Она у нас побежала. Угу. Дальше, значит, что нам нужно? Нам нужно ведро запаять. Нам нужно ведро. Я его, пожалуй, не буду паяльной лампой. Я его сразу закину в кислоту. Оно там у нас чубулькнется. Все там будет прекрасно. Вот так вот. Хорошо. Что дальше? Что дальше, значит? Что я хотел? А, слабительное. Да. Для того, чтобы свинья у нас релаксировала. Хотя слабительное постоянно здесь спавнится. Я что-то открыл зачем-то. Так, свинка, ты меня не пугайся. Я просто пойду, дам лекарство от запорчика. Хо-хо, свинке. И потом к тебе тоже вернусь. Сегодня у нас будет двойное прохождение мистера Мита. Вот, свинья, привет. Ух, как я ненавижу эту свинью, она меня так прям выводит из себя. От нее мансить просто невозможно. Хотя с виду хорошенькая такая, да? Окей. Дальше, значит, нам нужно что? Нам нужно щипчики. Конечно, дорогие мои. Это кусачки или клещи? Да, кусачечки. Кусачечки, ржавые кусачки такие обосранные. Извините за выражение, но так и есть. Они какие-то странные. Так, окей. Открываем сейчас эту шнягу. Угу. Вот так вот. Хорошо. А можно, в принципе, уже бросить и пойти за секретным ключиком. В принципе, эксперимент не такой уж и сложный. 7 минут прошло вот нашего экспериментика. Я его пока что на изи делаю. Так. Вылезаем. Можно сразу же вот сюда. Активируем записку. Берем. Ага, погоди. Давай еще раз. Что-то оно у меня не активировалось. Так. Давайте спрыгнем тут, провалим. Так, привет, дневник. Угу. Очень много текста здесь, вообще жесть. Это просто жестяк. Ага. Нам же еще нужно паяльные лампы активировать. Все-таки даром я выкинул ведро. Да, это я себе сделал лишнюю работу. О, навоз. Уже хорошо. Окей, я это взял. Теперь мне нужно как-то транквилизатор. А транквилизатор там, по-моему, и так есть. Все, окей, все у нас хорошо пока что идет. Я сейчас беру ведро. Я сейчас ведро несу, наполняю. Вот, бац. Агась. Что-то я как-то не продумал это все дело. Слегка. Надо было... Жалко, что нельзя вот... А, давайте сразу же туда вот пойдем. Вы это видали? Это жесть. Это я на паузу только что не нажал, ребят. Это я просто своим этим чутьем просто тупо... Это жестко, ребят. Я вам скажу, это очень жестко. Просто взял и дошел вот сюда. Я вам говорю, это не вырезано. Это так и есть. Ну, кто верит, тот верит. Кто не верит, тот... Это его право, но я говорю правду. Есть, сбросили. Перезарядим. Я говорю. Что такое несу вообще? Я говорю, перезарядим давай. Все, запаяли. Точнее, запаяльной лампой погнали. Что-то запаяли. Я ничего еще не запаял.
Так, это очень жестко, и мы вот смотрите, сколько времени сэкономили. Они сидели на одном месте, а вот смотрите, что мы сделали. Так, значит, мы открываем. О, мистер Мид, прямо при тебе. Пожалуйста. Сейчас смотри, туда пойдет, да? Ага, на. Берем навоз свинки-мутанта. Сразу мы ее несем к ученому. Ага, тут у нас гудит. Гудит это все дело. Нам нужно еще свинку вырубить, эту жирную. Этого самозванца. А то он может нашего полицейского хрясь и все. И был полицейский, нет полицейского. Знаете, такое я знаю. Так, нам бы еще где-то мистера Мита запереть. Вот это было бы вообще хорошо, но я его, пожалуй, сейчас вырублю. То красное зелье. Несем. Куда-то я несу не туда. Ё-моё, чё я обхожу это 10-й дорогой? Чё-то как-то не то, не то, не то, ребят. Бросаем. Чё дальше? Чё дальше, чё дальше? Фотик, фотик. Фотик, фотик. Куда я дел фотик? Кто помнит? Я не помню. Лё, а где фотоаппарат? Я его где-то выбросил. Ай-я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 й. А, во-во-во. Есть, фух, я-то уже... Мистер Мид, хочешь фотку сделаю тебе на паспорт? Фоточка на паспорт, почти что бесплатно. 1000 рублей, и все будет прекрасно. Фоткаем. Так, две фоточки мы сделали. Расстояние огроменное, поэтому... Вот такие вот дела. Значит так, что нам дальше нужно сделать? Нам сейчас нужно, во-первых, вырубить свинью, во-вторых, вырубить мистера Мита. Вот. Займемся мы пока что свиньей. Бац. Хорошо. Хорошо, этот вообще эксперимент можно на изи делать. Но это прям какое-то хардкорное прохождение. А представьте себе на харде такое вот прохождение. Это вообще тебе нелегко, слушай. На призраке морочишься, морочишься. Так, свинью. Погнали вырубать. Ну, мистер Мита я пока что не буду, я свинью, я его пока что пожалею. Так, вот эту вот свинью жирную, не маленькую, а жирную свинью. Издали я не буду. Смотри, сколько обосрало все. Удачи. Смотри, расщепирилось там что-то. Ворочит ее, ну окей. Мы ей мешать не будем, пусть ее там ворочит, морочит. Мы погнали дальше. Нам нужно сейчас вырубить мистера Митяя. Митьку. Нашего любимого мистера Мита. Поэтому... Ага, он там дитё пугает. Иди сюда, говорю. Иди, мистер Мит, сюда. Так, все, сейчас должен прийти... Вот он идет. И бац, тебе сюрпризик. Так, теперь нам нужно срочно вызвать ученого. Но я его потом немножечко. Так, свинка бегает, свинья. Давай, иди сюда, у меня есть кошелочка. Свинка, алло. Дверцу нужно закрыть, ё-моё. Иди сюда. Так, свинку мы, значит... Кстати, можно было вообще вот тут вырубить, чтобы он нам не мешался, но нам же еще нужно его полицейскому дать. Отдать. Это, конечно, все очень интересно. Давай. Аккуратненько. Звоним. Так, пропусти меня. Ага. Я не знаю, сколько у нас еще времени, но... У нас есть еще времени чуть... гора и маленькая тележка, да? Так, пословица такая или что? Так, давай, свинка, сюда. Побыстрее. Не вздумай убегать. Давай. Так, что-то кашляет, приболел, наверное. Так, фух, мы бежим, значит. Угу.
Окей. Агась. Погнал. Не знаю, там Митька проснулся. Не, он там еще лежит. Это хорошо. Митька еще лежит. И пусть он там еще и лежит, и лежит. И много ему лет там пролежать нужно. Так. И вот наш эксперимент потихоньку подходит к концу. Есть, смотрите, как четко. О, нет! Мистер Мит! Что за жесть? Что? Ребят, новый эксперимент. Бесконечная анимация, пожалуйста. Что? Вы это видите, ребят? Нет, я... Она орёт просто. Иди сюда. Попробуем сейчас мистера Мита вырубить. Что получится? Она орёт просто жестко, ребята. Ребята, походу, сегодня эксперимент с полицейским отменяется. У нас тут эксперимент похлеще будет. Тихо. А он-то бежит. Это жестко, ребят, это жесть. Смотри, он бежит. Она кушает. Мистер Мит тут вырубился. Я иду звонить быстро полицейскому, потому что это очень жестко. У нас баганула система. И это даже круче, чем эксперимент, который слияние конечных сцен. Пока что сюда вот бросаем. Я иду звонить полицейскому, потому что это просто жесть. Надо было, блин, закрыться еще раньше. А я вот таким вот способом сотворил баг. Поприседаем, понажимаем. Кстати, можно ходить во время этого? О! Все, он уже в пути. Мистер Мит там пока что это все делает. Там ученый бежит просто. Это жесть. Это просто жесть. Я даже не знаю, как это... О! Вы это видели? Тут только что машина заспавнилась при мне. Иди сюда. Прям и он при мне заспавнился, и все при мне заспавнились. Давай, агась. Угу. Мне нужно увидеть эту лабораторию своими глазами. Иди, иди. А я пока что... Это самое... Посторожу. Вот он идет. Угу. Блин, там мистер Мит сейчас что-то будет делать. Вот. Что там происходит? Ну-ка. Опять же этот же. Если что, будем нажимать на этого самого. Если, конечно, он пройдет, этот полицейский. Не знаю, пройдет, не пройдет. Но когда я буду видеть, что он проходит... Полицейский. Что-то он так делает долго. Я не знаю, что он там вынюхивает. Алло. Ага, все, пошел, пошел, ребята. Ой-ой-ой-ой. Я не знаю, он зайдет в тот домик или нет. Просто как бы там закрыто. А засовчик уже не сбросишь. К сожалению. Ну, я не знаю, может получится, нет. Будем видеть. Зайдет? Хорошо. Не зайдет? Нехорошо. Хорошо.
А он проснулся. Это жесть. А полицейский где? Не знаю, где полицейский. Алло. Да ты что тут копаешься, слушай, мужик? Он ждет, пока я вырублю мистера Мита. Давай. Я иду вырубать. Он сюда за 60 секунд дойдет. Ой, ребят, ну это очень жесткий баг. Оно у меня просто багануло. Вот это вот орет. Не знаю, получится ли у нас этот эксперимент вообще. Ну все же, уже один получился. Вот он идет, идет, ребят. Ага. Пройдет хоть тут или нет, я не знаю. Ну-ка, смотрим. Алло. Дорогой друг. Да ну где он, слушай? Это жесть, где он? Или он где-то возле сарайки? И опять возродился мистер Мит. Ребят, последний раз пробую, перезаряжаю транквилизатор. Потому что это сейчас будет жесть. Где полицейский? Или он чувствует, когда проснется мистер Мит? Где он? Полицейского нету. Полицейского нет, я не знаю, где он. Да ты чё тут крутишься, мужик? Короче, ребят, какой-то странный у нас получился эксперимент, но он крутой. Если бы у нас просто не получилось, это было бы, конечно, тупо. Но так-то у нас получился какой-то двойной эксперимент прям. Так. Давайте прям проследим за полицейским. Хрен уже с этим экспериментом. Я хочу проследить за полицейским. Куда он сейчас будет идти? Ну-ка. Так, вот он куда-то идет. Идет. Ага. Я, пожалуй, вот так вот буду смотреть, а то мне так более понадежней. Ай, он куда-то поворачивает. Не понял. Он думает, что мистер Мит где-то здесь. Он его найти не может просто. Он вот крутится туда-сюда, и найти его просто не можем. Ну, короче, ребят, давайте на этом пока что эксперимент закончим. Вот такой вот у нас странный эксперимент получился. Я даже не знаю, как его назвать. Вот он. Короче, вот этот эксперимент. Вот так вот он выглядит, ребят. У меня уже как раз-таки телефон разряжается. Давайте нажмемте уже на ученого. Пройдемте игру. К сожалению, сегодня слияние конечных сцен не получилось. Но что поделаешь. На этом все. Мы сегодня прошли игру. Вот она кушает. Вот ученый бегал. Вот мистер Мит пропал. Но зато мы сейчас активируем тайную концовочку, как-никак. Недаром же я это все делал. Вот, поэтому вот такие вот делишки. Ага. Да. Мистера Мита пока что не видно, он куда-то исчез.
К сожалению, вот тут должна быть машина. Вот он. Удивляется. На этом пока что все, ребят. Эксперимент, конечно, не получился, но что я могу сделать? Ничего я не сделаю. Я ничего не сделаю, к сожалению. Нет, не может быть. Я буду преследовать тебя до конца твоих дней. Тебе не скрыться. Говорит наш мистер Мит. Так, окей. Отлично, вы помогли в разработке лекарства и дали Ребекке шанс на нормальную жизнь. Ну что ж, конечно, Ребекка у нас сегодня была очень испуганная, напуганная. Но мы все же сделали то, что могли. Эксперимент мне очень понравился. На этом все. С вами был я, Дмитрий Роз. Мы сегодня играли в группу под названием Мистер Мит. Всем удачи, всем пока-пока.